Сегодня вместе с вами мы готовим закуску из капусты, вот такой сиреневой капусты. Делается очень быстро и легко. Записывайте рецепт. А сейчас мы с вами приготовим из этой капусты красную капусту. Я думала, что в Турции готовят из обычной белокочанной капусты, добавляя рак, как у нас в наших странах. Оказывается, все нет. Вот в чем дело. Используют вот эту сиреневую капусту, которая за 5 секунд становится красной. Я сейчас расскажу вам этот секрет. Прежде всего, нужно ее, конечно, помыть. Мы не будем пользоваться ее всю. Какую-то часть отрежем и помоем. Резали. Вот такой маленький кусочек достаточно, и я вас сейчас чему-то научу. Берем такое приспособление, у каждого оно имеется, может быть это и таким, и какое у вас есть. И теперь, смотрите, очень легко, вот так просто опускаем и нарезаем вот так. Будет тоненькие-тоненькие кусочки. Так, весь кусочек порежем. Сейчас вместе с вами мы проведем эксперимент. Вот я нарезала нашу капусту. Добавим сейчас сюда соль. Естественно, соль. По желанию. Я еще сюда добавлю красный перец. Вот такой перец красный. Ну, я люблю много красного, горькое, все люблю. Я же кавказская девушка. Так, и сейчас мы возьмем с вами силке, это называется уксус, это яблочный и лимон. Но прежде всего я хочу посмотреть и показать вам, какая реакция будет после лимона и какая реакция будет после уксуса. Так, сейчас мы проведем эксперимент. Смотрите, на одну кучку я налью лимонный сок. Реакцию, да, посмотрим. Покраснеет или нет? Какой нам нужна реакция? Покраснеет или нет? Смотрите. Идет, да, процесс покраснения? Посмотрите сейчас сюда. Уксус. Лимон, уксус. Ну, смотрите, выбирать вам, друзья мои, и то, и другое краснеет. Но что вы для себя выберете? Это вам решать. И, естественно, смотрите, уксус это быстро делается, лимон это полезно. Так что я сейчас это все помешаю лимоном, сбрызну, не буду пользоваться уксусом, этого достаточно, что есть. И все, наша закуска, капуста готова. Такую капусту вы можете применять где? Мешать в разные салаты, вот чуть-чуть для цвета, для красоты. Также, когда танту не подаете, обязательно нужно это. В общем, везде сейчас, в зимний период, осенний-зимний, очень идет эта капуста. Вы видите, одинаковый цвет. Так что выбирайте сами, что вам полезнее. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.